Короче, ребята записывают это видео, потому что задают вопросы, как Redmi 10 в играх. Да, некоторые задают этот вопрос, потому что хотят обмануть всех, обмануть физику, обмануть, там, не знаю, производителей. То есть купить что-то прямо супер дешево и при этом, чтобы тянуло все на максимальных, на максималках, на ультрах. Нет, такого не будет. Аппарат дешевый, ему красная цена $150, он сейчас устаканится в цене, и эта цена за 464, конечно же, будет официально доступна там на Алиэкспрессе и везде. Поэтому этот аппарат будет тянуть на свои деньги, то есть он хорошо работает в играх, он неплохо вытягивает и папки и так далее, но понятно, что будет просадка по кадрам, то есть на максимальных настройках графики у вас будет очень сильная просадка FPS. Поэтому обратите внимание, что это не игровой смартфон, он не игровой, потому что он не будет тянуть все топовые игры на максимальном качестве графики с хорошим FPS. И он не игровой, потому что у него как бы нет соответствующего охлаждения. Поэтому если вы будете только в игры и играть на нем, то скорее всего у вас будут проблемы потом со временем либо с тротлингом, потому что будет срабатывать защита от, после того, как процессор достаточно хорошенько подустанет, либо у вас будут проблемы потом с железом, что после перегрева постоянного у вас будут отвалы какие-то, отвалы там может быть чего угодно, хоть Wi-Fi, хоть Bluetooth, хоть даже отвалы, что самое страшное, а там оперативки и так далее. Смотрите, сколько он набирает в Antutu, это эксклюзивчик, для другого видео я это все подготавливаю, 241 тысяча баллов. В целом неплохо, но это не игровой смартфон. На нем можно играть без проблем в любые игры, но если вы хотите комфортно играть в игры, то надо смотреть на там Poco X3 Pro, на Poco F3 и так далее, на более мощные смартфоны с более топовыми процессорами. Это смартфон для комфортной эксплуатации в режиме соцсетей, лазить, фоткать и так далее. То есть это такой интернет, это нормальный простой смартфон без заявок на суперпроизводительность. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Играть можно в удовольствие, играть можно в большинство игр, но не в самые топовые. Все, всем пока и хорошего настроения. Не забудьте, что ссылки на самые лучшие варианты по цене будут в описании. Всем пока!